Бабушки старой закалки приходят в ужас, когда разговор заходит о том, сколько яиц можно кушать в день. Из-за массовой антинаучной пропаганды люди в возрасте за 50+ считают, что яйца увеличивают холестерин и напрямую влияют на состояние сердца, инфаркт и прочие тяжелые виды недуга. Вот только нет исследований, которые бы четко подтверждали то, что яйца убивают сердечно-сосудистую систему. Зато есть те, которые говорят о их пользе. Согласно пекинскому исследованию, в котором приняли участие 500 000 китайцев в возрасте от 30 до 79 лет, риск сердечно-сосудистых заболеваний на самом деле снижается, когда вы потребляете яйца. Более того, для сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы лучше употреблять одно яйцо в день, чем одно яйцо в неделю. Все это идет вразрез народным рекомендациям, не так ли? Исследователи использовали данные, которые были собраны в 8 различных регионах в период с 2004 по 2015 год. С каждым яйцом, которое участники исследования потребляли еженедельно, их риск смертельного сердечно-сосудистого заболевания уменьшился на 6%. В этой выборке группа с самым высоким потреблением одно яйцо в день имела наилучший результат. Но яйца содержат холестерин. Действительно, яйца являются основным источником диетического холестерина, пишут исследователи. Однако, недавний обзор показал, что хотя диетический холестерин, содержащийся в яйцах, повышает общий уровень холестерина в крови, это никак не влияет на сердечно-сосудистую систему и заболевания. Более того, потребление яиц также увеличивает плазменный лютеин и зеаксантин, которые играют важную роль в защите от окисления, воспаления и атеросклероза. Таким образом, исследования отбелили репутацию яиц, что бы это ни значило. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья!